Юрия Гамбурга оставили в изоляторе еще на неделю из-за того, что его адвокат сейчас в отпуске. Суд перенес рассмотрение апелляции экс-чиновника на 29 сентября. Дело в том, что Константина Ривкина, московского адвоката Юрия Гамбурга, сейчас нет в стране. Об этом в режиме видеоконференции из следственного изолятора рассказал сам подсудимый, попросив перенести заседание. Еще один адвокат Гамбурга Олег Любушкин просьбу подопечного поддержал и пояснил, что линия защиты будет строиться на разных акцентах. Адвокат Ривкин просит прекратить дело за отсутствием события преступления. Адвокат Любушкин просит прекратить дело за отсутствием состава преступления в действиях Гамбурга. Но если вы искушены в юридических тонкостях, то это два основания, они оба реабилитирующие, но они немножко разные. То есть, когда отсутствует событие преступления, деяния не было вообще, когда отсутствует состав, нам все равно было или не было деяния, но Гамбург не причастен к этому деянию.